Выступавшие затронули темы опасного и порой без причины рискованного поведения на дороге некоторых мотоциклистов. Ежегодно с началом теплого сезона дороги пополняются двухколесными участниками движения, а за зимний период многие мотоциклисты теряют свой навык, не говоря уже о водителях автомобилей, которые зачастую вспоминают о мотоциклистах, таких же полноправных участниках дорожного движения, только услышав оглушительный рев мотора. Тревожные сведения несет статистика. С начала года на дорогах Рязанской области уже погибли 2 мотоциклиста. Мы по нашему приглашению на базе управления ГИБДД собрали так называемых мотоциклистов, которые хотят быть вежливыми, воспитанными участниками дорожного движения, нашими с вами соответствующими помощниками в дорожном движении и таким же равноправными водителями данных транспортных средств. Собрали порядка 60 участников. Мотолюбители активно задавали интересующие их вопросы, начиная с порядка и условий постановки на учет транспортного средства и заканчивая правовыми аспектами деятельности сотрудников госавтоинспекции, находящихся на патрулировании. Мотоцикл является более опасным средством передвижения, чем автомобиль, и задача госавтоинспекции не ограничить байкеров в правах, а побудить их к добросовестному и ответственному соблюдению правил дорожного движения. Учитывая то, что количество мотоциклистов возрастает, очень своевременное мероприятие, и радует то, что пошли на контакт люди с одной и с другой стороны. Результатом конструктивного диалога стала договоренность о совместной организации безопасности на открытии мотосезона, которая намечена Рязанским мотосообществом на 7 мая.